Его нельзя назвать исключительно джазовым музыкантом, но академические круги никогда не признавали его своим, до сих пор пребывая в шоке от эпатирующих интерпретаций классики. Найджел Кеннеди – скандальный британский скрипач-виртуоз, скрипач-революционер. В детстве Найджел Кеннеди начал профессионально заниматься скрипкой. Талантливому мальчику прочили роскошную академическую карьеру. Но Кеннеди было суждено совершить революцию в мире классической музыки. Он стал смешивать симфонические традиции с джазовыми, комбинируя все это с рок-н-ролльной свободой звучания. Ошеломляющий успех и мировую известность скрипачу принесла его оригинальная версия исполнения «Вивальди. Времена года». Далее были платиновые и золотые диски, миллионные продажи, игра перед королевской семьей, премия Brit Awards. Правда, и после этого Кеннеди так и не был принят в академических кругах, что нисколько не мешает ему виртуозно исполнять классические композиции так, как он их чувствует.